Партышев Трифон Васильевич. Родился 4 февраля 1919 года в деревне Камышинки, ныне Сузунского района Новосибирской области, в семье крестьянина. Детство прошло в селе Верхний Сузун. Работал сплавщиком в местном леспромхозе. В рядах Красной Армии с 1939 года. На фронте Великой Отечественной войны с февраля 1943 года воевал под Ленинградом, Смоленском, за Могилев, Минск, участвовал в сражениях в Кёнигсберге, Данциге, Восточной Померании, командир минометного расчета 617-го стрелкового полка сержант Фартышев с подчиненными 22 марта 1944 года в бою у населенного пункта Дрибин уничтожил свыше отделения солдат противника, подавил 3 пулемета, разрушил 2 ЗОТа. 12 апреля 1944 года награжден орденом славы 3-й степени. 28 июня 1944 года в боях за город Могилев вместе с расчетом истребил и рассеял несколько десятков гитлеровцев, поджег 2 автомашины с грузом, подавил несколько пулеметных точек. С 13 июля 1944 года награжден орденом славы 2-й степени. 17 января 1945 года в бою за населенный пункт Янжил со своим расчетом подавил 3 пулемета, поразил свыше 10 вражеских солдат. 29 июня 1945 года награжден орденом славы 1-й степени. Награжден 2 медалями за отвагу, юбилейными медалями.